Мита, говори привет. Мы до сих пор на больничном. В садик мы не ходим. Да, Никита? Поэтому занимаемся дома. И в этом видео мы хотели вам отснять и показать книжечки, точнее альбомы, которые мы купили, которые нам безумно понравились. И я думаю, если после сегодняшнего нашего обзора они понравятся и вам. Вот так вот выглядят альбомы, которые мы приобрели. Все они идут на украинском языке и называется первый «Хто де живе», дальше «Липуньки для манюньки» и последний альбом «Крихітка мої пригоди». Все альбомы яркие, насыщенные и рассчитаны на возрастную категорию деткам от 2 лет. Итак, первый наш альбом называется «Крихітка мої пригоди». Интересный этот альбом тем, что помимо наклеек, которые ребенку необходимо вклеить, наклейки, собственно, находятся на специально отведенных страничках. Вот, к сожалению, они у нас уже пустые. Ребенок выполняет еще задание. Задание прописывается вот внизу альбома. Например, з'єднаю ліфцем крапочку на малюнку, слідкую за напрямом к стрелочку. То есть, помимо того, что ребенок идентифицирует простые предметы и вклеивает нужные наклейки, он еще развивает мелкую моторику рук. Так что вам здесь в помощь ручка, карандаш, фломастер, что вам больше нравится. Если говорить о картинке, они незамысловатые, простые, но цвета яркие, насыщенные. Так что нам этот альбомчик понравился, ну просто очень. Правда, вот не всегда еще Никита попадает в образ предмета, который необходимо наклеить, но я думаю, с этим мы потом справимся. Итак, второй наш альбомчик «Хто де живе?» – тваринный світ с наклейками. Невзирая на то, что это альбом сугубо с наклейками, наклейки находятся вот на специальных страничках. Они легко снимаются, легко вклеиваются. Этот альбом интересен тем, что здесь ребенок узнает о животных, птицах и насекомых, которые проживают, например, в Африке. То есть здесь у нас и слон, бегемот, лев, фламинго. Ребенок легко вклеивает эти животные, и вы потом можете использовать этот альбом как небольшую мини-энциклопедию. У нас здесь помимо Африки также присутствуют горы. Здесь мы уже видим панду, медведя, грифа. Также у нас есть жители подводного мира, и мурена, медуза, рыба-клоун, осьминог. Акула, кит. Рисунки, в принципе, очень такие насыщенные, красивые. Вот животные, которые проживают непосредственно у нас дома. Петух, курица, кролик. Здесь эта картина еще не заполнена. То есть вот так вот выглядит она в первоначальном виде. Когда мы вклеим, рисунок совершенно преобразится. И жители пустыни. Честно говоря, мне этот альбом очень и очень понравился. Я рекомендую приобрести его тоже. Слон, где слон? Нет, знаешь, это выше мира оленей показывает ногой. А лев? Лев, где лев? Где царь зверей? Лев. Вот это. А бегемот? Бегемот где? Бегемот рядышком. Лапти убирай свои, Никита. Ну и вот так выглядит наш последний альбом. Называется «Липуньки для манюньки». Когда я открыла этот альбом, мне сразу вспомнилась моя детская тетрадка, в которой я вырезала такую вот девочку, вырезала к ней платьице, какие-то элементарные бытовые вещи и играла. Вот это то же самое, только более в современном виде. Вот так выглядит изнутри. То есть у нас здесь непосредственно девочка. Так, где эта девочка у нас потерялась? Вот она. Ну, назовем эту девочку Машенька. Вот, это Машенька.
чем суть этого альбома? Дело в том, что все предметы, которые находятся в нем, они легко приклеиваются и отклеиваются. То есть наши наклейки получаются многоразовые. Вот у нас Машенька, которую Никита приодел в такую вот симпатичную пижамку и отправил ее в ванную комнату. Вот. Мы также можем легко Машеньку отправить снова в кроватку, чтобы она, например, поспала. Машенька параллельно также может играть со своими игрушками, которые тоже легко отклеиваются. То есть этот альбом, он просто шикарен для сюжетно-ролевых игр, когда вы даете ребенку задание, например, отправить Машеньку на прогулку, найти, например, цветочек и приклеить цветочек в нужное место, постирать, например, вещь. Очень интересно, мы играем с этим альбомом каждый день, и я вам, в принципе, его рекомендую в вашу библиотеку книг. Итак, думаю, выбранные нами альбомы вам понравились. Если это так, оставляйте свои комментарии внизу под этим видео. Но также напишите, как вы развлекаетесь с детками дома. Я всем желаю вам, самое главное, крепкого здоровья, ну и, конечно же, хорошего настроения. Всем удачи и пока!